двух мониторов работает один через раз. То есть он 5 секунд работает, 5 секунд не работает. Мы себя, естественно, на сцене слышим. Кто что играет, как играет. Играем по памяти научим. Пускай день молодежи будет днем молодежи. День рыбака пускай будет днем рыбака, а не днем солнечной Армении. Понимаете? День волонтера — это хорошо, но пускай он будет днем волонтера. А день молодежи пускай мы будет днем молодежи. Мы настолько сильно полюбили его в этом году, что решили больше с Дома молодежи ни одно мероприятие мы работать не будем. Николаевск на Амуре. День за днем. Роман Зайцев, живу на ДВ. И сегодня... Курить нельзя, поэтому... Курить, да, курить нельзя, конечно, в камеру. И поэтому вот сейчас у нас... Сейчас в гостях в моем блоге, я его специально к нему обратился, клавишник группы «Эверест» Александр Дубоделов. И у меня такой вопрос. Саня, что, как это самое, День молодежи, как? Почему... День молодежи замечательный получился. А почему звук такой отвратительный был? Ну, какой звук, какая организация, такой звук? А какая организация? Никакая. Концертная программа, вкратце рассказываю. Концертная программа началась в 6 часов. До 6.30 минимум не было ни одного номера, кроме объявления, что у нас там какая-то корзинка для помоек, помогай что-нибудь ко дню волонтера, что-нибудь куда покидайте туда. Ни одного номера не было. То есть до 6:30 ни одного номера не было. Так. Нам не дали отстроиться. Абсолютно. То есть мы только успели подключиться, брякнуть буквально по струнам, по клавишам, нажать, что звук идет. Все. Нам потом сказали во время мероприятия, так, убирайте полностью весь аппарат, потому что нам это надо для сцены. Номеров, чтобы вот масштабно люди выходили туда, так и не увидел. Зачем надо было убирать аппарат, непонятно абсолютно. Абсолютно непонятно. Зачем надо было отключать аппарат, который подключили. Потому что подключение аппарата занимает 15-20 минут. Это без чекпоинта, без проекта. То есть нам надо отстроиться, как будет звук идти. Начинаем выступать. Минздрав предупреждает. Курение — это яд. Минздрав предупреждает. Минздрав предупреждает. Околун! Ни в чем не виноват. Из двух мониторов работает один через раз. То есть он 5 секунд работает, 5 секунд не работает. Мы себя, естественно, на сцене слышим. Кто что играет, как играет. Играем по памяти на ощупь. То, что идет на, за сцену, мы не слышим, естественно. А кто обеспечить-то должен был все это? Какая организация? Дом молодежи. О, Дом молодежи. Я горжусь Домом молодежи. Я тоже его очень люблю. Мы настолько сильно полюбили его в этом году, что решили больше с Домом молодежи ни одно мероприятие мы работать не будем. Николаевск на Амуре. День за днем. Респект Дому молодежи. Будьте, оставайтесь радостными, веселыми и счастливыми. Слушайте группу «Эверест». Художественный руководитель группы «Эверест», соло-гитарист Валентин Козлов. И вот спросим его о его... О его впечатлении о прошедшем Дне молодежи. Как вот... Как вообще прошло и почему был такой звук, и почему вот так получилось скомка на несколько выступлений? Видимо, кто-то за этим всем стоит, кто-то очень большой и упорный. Здравствуйте. Ну, во-первых, День молодежи прошел как обычно. Ничего нового, все как обычно. Программа та же, каждый день одно и то же. Мы решили выступить, дать людям, так сказать, праздник. Настроение, праздник устроить. Но по техническим причинам, так как не смогли обеспечить, руководство Дома молодежи не смогло обеспечить хорошим звуком. Ну и просто были очень большие накладки, но мы все-таки это сделали, мы выступили. И я считаю, все-таки в нашем городе, как-никак, все-таки удается праздники проводить на хорошем уровне. Ну давайте пожелаем что-нибудь хорошего Дому молодежи нашему. Дому молодежи я желаю, чтобы у них организаторы концертов более как бы тщательно подходили к этому вопросу и затронули бы все слои общества, начиная от маленьких детей до стариков. Потому что День молодежи — это же не просто молодежь до 28 лет, потому что человек, который переходит границу 28 лет, 29 лет, и ему все равно в любом случае в душе 17. И также и мы работаем на публику любого возраста, так что я желаю им здоровья, счастья, любви. Группа «Эверест». Группа «Эверест». Группа «Эверест» с нами сегодня.
Подписывайтесь на канал.